проверим. Сейчас проверим. Ты? Так, давайте. Ой, сейчас я попробую включить музыку. Подождите секундочку. Ой, а что не работает? О. Так, все, вроде работает. Доча, нельзя так. Короче. В общем, ребята, я что пишу-то этот мы еще ничего не кушали и хотим поехать покушать. Только не знаем куда, а я хочу плов. И вот думаем, кто бы с нами хотел покушать, поехать. Да, Диана? Ты что такое? Обиделась что-то? Нормально есть связь или нету? Что-то непонятно. Тишина такая вообще. Тишина такая. Тучи, ну. Я. Помада. Да это штаны классические, ребята. Вы чего? Я только им крашу губы. Ягодный Тенекс и классический. Две помады, которыми я крашу губы. Все, больше никакими вообще. Поэтому вот 550 рублей стоит. По ссылке в профиле можно купить у меня. Замечательно, что все работает. Я очень рада. Короче, надо куда-то приехать поесть, друзья. Только надо туда, где есть парковка, потому что с парковкой очень печально, да, везде, я так полагаю. Опачки, я успела. Это моя дочь, да. Блин, я не могу на свои губы смотреть. Арут сейчас привез нам клубничку, был на рынке, я увидела, попросила его, чтобы он купил нам клубнички тоже, привез нам ягодок. Он смотрит на меня, и мне кажется, что он смотрит просто постоянно на мои губы. Где ее отец? Папа у нее на работе. А что? Папа у нее есть папа, у нее все прекрасно. О чем, зачем такие вопросы? Блядь, не могу с этими губами, пиздец, хоть вот убейте меня вообще, не могу. Диан, то есть ты замужем? К отцу. Короче, мне, не знаю, выезжай, да, мы там были. Кстати, можно и туда... То есть, нет, я не замужем. А, ну, в смысле, официально я еще до сих пор замужем. Все верно, но с мужем мы давно уже не живем вместе. Все в порядке, друзья. Папа просто у нас летчик, поэтому у него такой ненормированный график работы. И он не может прям так часто находиться с ребенком. Он очень часто с ней находится. Ну, как бы в смысле, по мере возможности, конечно же. Так что все в порядке. Папу любит, папу видит, и все у нее замечательно. Конечно, вы мне...
мне сказали, но единственный минус, почему я не хочу сейчас ехать в КАЦО, это потому что Диана сейчас начнет выпрашивать у меня игрушки, которые я ей покупаю каждый день, блин, по 100 раз. Да, Диан? Да, конечно. Знаете, что думаю? Надо, наверное, сделать эфир на тему бизнеса, потому что, короче, каждый эфир задают вопросы по бизнесу, да и вообще в целом каждый день прилетает в директ вопрос по бизнесу, поэтому, я думаю, будет очень актуально, надо какую-то тему выбрать. Можно, в принципе, в целом, почему у кого-то... Там же подняла свое состояние. Вы о чем? Я не совсем понимаю ваши вопросы. Там же подняла свое состояние. Сформулируйте, пожалуйста, правильно. Зачем накачала губы? Они будут еще красивее, только когда с этого... Только когда отек уйдет, они будут красивые. Диан, ты что, у меня засыпаешь? Да, конечно, засыпаешь. Смотрите на нее. Прайонель Интернешнл. Да, я работаю в Анель Интернешнл уже 2,5 года. И мой доход единственный только с этого бизнеса. Да, губы очень большие, так некрасивые. Без проблем. Я не обязана всем нравиться. Самое главное, чтобы я себе нравилась. А себе я очень нравлюсь. Даже с отекшими губами. Маленько пока что смешно, но в целом мне очень даже по душе. Поэтому вообще не интересует, кому что не нравится. Прикиньте. Если бы я слушала каждое мнение, наверное, я бы... Все, ага, учах мой ребенок. Слим реально помогает, да, все. Вообще, можно любить, купить продукт вообще для любого предназначения, так скажем. Смотрите, ну что такое Energy Slim? Это программа для похудения, которая способствует вашему похудению. Если вы будете жрать тортики и пить Slim параллельно, то понятное дело, что, ну, собственно, ничего у вас не изменится. Если вы будете поддерживать правильное питание, то все в совокупности будет очень даже помогать вам. Я же похудела, причем результат у меня достаточно, ну, как бы большой, там уже сколько, около 14 килограмм, поэтому я не подряд все шаги пила, потому что их можно пить по раздельности и, собственно, тоже продолжать худеть. У меня был комплекс там Slim плюс Energy Diet. Я пила первый, второй шаг из Slim'а. Первый шаг помогал выводить жидкость из организма. Ну, вообще, в принципе, драйн у меня всегда в рационе есть. Каждое утро я его пью, я уже реально не могу без него. А фуд-контроль, например, помогал мне очень сильно изначально не переедать, потому что мы же... Короче, мы реально очень много кушаем. Те, кто толстый, мы реально очень много кушаем. И он мне, например, помогал не переедать.
То есть я его пила где-то за час до... Слушайте, я люблю наши проты. Это единственные наши проты, которые я реально пью. Сейчас все расскажу. Короче, смотрите, второй шаг фуд-контроля, он мне помогал не переедать. То есть за час где-то до еды я его выпивала, разводила. Еще смотрите, у кого есть фуд-контроль и кому он не нравится, вы, возможно, его разводите неправильно, так как делала раньше. Потому что я вообще его разводила на прохладной воде, и пить его было невозможно, потому что он... Ну, короче, прям был отвратительный. Потом я взяла прям чуть горячую воду, развела его прям чуть горячей водой и выпила. Он немножко был похож на кисель. Все, он мне вообще зашел, и реально он мне очень сильно помогал, когда, ну, то есть, короче, прям хотелось много сильно скушать. Особенно, знаете, когда идете, когда вы на диете, идете куда-то в ресторан или в кафе, обязательно пейте перед выходом. Прям, ну, короче, перед выходом обязательно пейте фуд-контроль, он поможет вам не сожрать все, что есть в меню. На протеинах похудеть можно. Так, программа Slim рассчитана на 25 дней, вообще, если полностью ее соблюдать, в принципе. У меня девочка есть, мой клиент, она из Якутска, зовут ее Галя. Она похудела на слиме на 13 килограмм. Это первый ее этап был, то есть первые 25 дней. Потом она следом сразу же начала второй, потому что два курса подряд можно пропивать. Она еще при втором курсе потеряла, короче, 8 килограмм. Это реально очень крутой результат был у нее. Она плюс, ну, она, короче, слим плюс коктейли пила. Я реально офигела. Вот, короче, ну, результаты все есть. Ну, смотрите, тут же все тоже зависит от вашего веса, лишнего роста, там, ваш обмен веществ и так далее. То есть, например, я, когда первый раз проходила программу Slim, у меня ушло всего 4 килограмма. Но давайте не забывать, что я весила тогда 56 и скинула там, короче, 4 килограмма. Это реально был тоже результат. Сейчас, когда я начинала пить там Slim плюс коктейли, то я скинула там, ну, порядка 8 килограмм. То есть это тоже очень крутой результат. Drying food – это вообще незаменимая вещь. Даже те, кто худые, там, не знаю, или просто поддерживают себя в хорошей форме. Считаю, что фуд-контроль всегда должен быть, ну, короче, у вас где-то за пазуху, потому что в дни ПМС мы любим сожрать все, что мы видим вообще. И он тоже спасает в эти дни. Программа Energy Slim, она рассчитана... Слим плюс коктейль, больше ничего нельзя кушать. Конечно, нужно, вы чего? Конечно, нужно кушать при слим плюс еде. Вы заменяете всего несколько приемов пищи. То есть это может быть один прием пищи, два или три. Я заменяла где-то 3-4 приема. Плюс еще два у меня стабильно всегда была твердая пища. То есть я могла с утра выпить коктейль. Я, например, могла с утра выпить коктейль, либо съесть кашу, потом перекус сделать также коктейлем. Обязательно у меня в обед была твердая пища, то есть я могла съесть пюре с котлетками, там макароны, еще что-то. Ну, все что угодно, в принципе, все, что я хотела, я ела. Какой-то перекус у меня тоже был всегда твердой пищи. То есть, например, это рыба какая-то или овощи. Ну, то есть, все что угодно, ну, старалась белково. Если даже что-то там у меня, ну, приходилось углеводное, то я все равно...
На самом деле в Слиме есть брошюрка, там написаны программы по питанию. На сайте тоже есть программы питания. Рассказано, как нужно кушать, что кушать, когда кушать и так далее. То есть нету ничего сложного. На самом деле, поэтому спокойно, когда приобретаете какую-то программу, например, там у вас сейчас я ем еды на ночь, то есть, ну, мне пофиг вообще. Раньше, чтобы я уменьшила свой, ну, количество калорий, я пила протеин. Протеин я люблю наш клубничный, печенька, очень сильно мне нравится, реально. Ну, пломбир просто надоел, и одно время я его вообще капец как много пила, и он мне реально надоел, а так, вот, короче, печенька и клубника прям... А, шоколад, точно, я забыла про шоколад. Шоколад тоже прям очень кайфовый прот, реально. Поэтому, короче, вперед из песни. И садитесь на диету. Время есть еще. Я не думаю, что лето у нас так быстро начнется. Опять август будет.